самолет. Да, самолет. Тоже произошло со мной. Вы знаете, в моем сериале выживание на необитаемом острове. Болит голова. А, что с моим голосом? Что произошло? Где я? Блин. Я вроде... голова. Последний раз помню то, что я летел на самолете. Что произошло? Нога болит жестко. Ой-ой. На самолет мой был не такой, когда он был из таких. Такой материал стоящий, ну где? Где? Там огонь. Что произошло? Какие-то сундуки. Вещи. Что это вещи? Один железный блок. Алмазы. Алмазка. Броня. Ай! Что золотое яблоко, это другое золотое яблоко, еда, потом щит. Что же произошло? Где я? Ну-ка. Возьму-ка из кирку. Железный киркой. Сломаю это. Да, там тоже. Ну что там-то у нас? Пора выбираться. Дождь. Может, что-то еще есть? О, меч. Нет, ну что, самолет упал, что ли? Тут все разбросано. Зомби. Я опять упал. Второй раз уже. Куда самолет-то хоть упал? И где? Я же с другом летел. Где друг мой?
силы. Обнял на всякий случай. Остальное мне не нужно. Не оборачивайся! Где? Не оборачивайся! Блин, нога! Рука! Что это было? Кто меня столкнул оттуда? Я пока спал, сейчас думал, а что если это падение самолета решили подстроить? Ай! Что если его реально подстроили? Это специально. Где мой друг? Почему его нет? Сейчас, конечно, я вскопаю все ресурсы. Вдруг они мне еще понадобятся. Золотую яблоко делать. Или что-то другое. Да почему у меня столько? Сколько тут всяких окон? Мне кажется, что он уже начинает о чем-то догадываться. Thank you.
умеешь. Все сработает. Мне кажется, я что-то слышал. Ужас. Или это блюдо? Да. Пойди в какую-то посерку. Пойди все на меня. Не знаю. Наверное. Наверное, я больше не смогу. Вернуться к себе домой. Придется тут выживать. Но я не знаю, как мне выжить. Почему? Почему это произошло? Что я такого сделал, что вдруг или кто-нибудь из озера посмотрит? Или что это было? Я не понимаю, самолет так не падает. Я, наверное, не буду.